подмосковных Химках открылся крупнейший дилерский центр «Лады». Это 6-й автоцентр марки в столичном регионе и самый крупный. Его общая площадь более половины гектара. Ежегодно здесь планируют продавать около 2500 автомобилей и тем самым внесут лепту в наращивание доли «Лады» на российском рынке. За первых 11 месяцев 2018 года у нас получается добиться 20% доли рынка в целом. Это огромный успех для бренда «Лада», потому что это самая лучшая доля рынка за последних 7 лет. Шоурум здесь занимает 704 квадратных метра и может вместить весь модельный ряд. Есть и сервисная зона, две зоны приемки, две мойки, 20 постов и отдельный кузовной цех. Все это занимает больше 1000 квадратных метров и может принять до 80 клиентов в день. А на складе площадью 700 квадратных метров уже сложены запчасти, 5000 наименований. Инвестиции в проект оцениваются в 80 миллионов рублей, которые выделил партнер АвтоВАЗа компания Техинком. Конкуренция на московском рынке столь высокая и демпинг столь серьезный, что приходится, делать какие-то вещи, которые делаем только мы. Мотивационные программы для постоянных клиентов. Вещи, которые повышают лояльность компании Техинком. Конкретно в этом дилерском месте, в этом дилерском центре мы можем сделать, произвести не только кузовной ремонт в собственной покрасочной камере, но и какой-то гарантийный ремонт, произвести техническое обслуживание. Помимо широкого спектра услуг, новый дилерский центр предложит своим клиентам и развлечения. В преддверии грядущих праздников здесь проведут 6 новогодних елок, посетить которые можно будет абсолютно бесплатно.